Друзья, добрый день. Итак, сегодня у нас по календарю, значит, 30 апреля. И вот сегодня встречаются... Две встречи я выбрал. ПСЖ не очень клуб. Ну, как сказать, он то так, то так играет. То есть я никак не могу на него полагаться. А вот Гройтер Фюрт и немецкий чемпионат Бундеслиги. Гройтер Фюрт, значит, и Унион Берлин. Вот, Унион Берлин, я считаю, ну, в Берлине вроде бы встречаются, но здесь мою любимую ставку тотал меньше 3, ну, или меньше 3,5. Вы смотрите сами, как там 3 это возврат бывает, а 3,5 половинка. Ну, примерно смотрите, если вам не жаль денег так. Ну, и вторая встреча это Севилья-Кадис. Ну, с Кадисом играет этот испанский клуб, испанская Примера. Ну, что здесь сказать? В принципе... Севилья более мощный клуб, он хорошо идет. Кадис тоже может, конечно, составить ему конкуренцию, там гол забить, что-то такое, подыграть, конечно, в минусовую. Ну, вот тоже тотал меньше 3-3,5. Вот такой выбрал. А потому что ПСЖ там с Реймсом, по-моему, они играют, ну, как попало, то 4 гола могут заколотить туда-сюда. Тут хоть какая-то есть ответственность. Ну, какая-то гарантия чего-то. Значит, а вот, значит, Унион Берлин, где играет в немецкой Бундеслиге, там, ну, там травмированных во второй команде человек 7, наверное, я насчитал, в первой 3. Ну, тоже это как-то повлияет, они не будут в обороне так сильны. Так что, друзья, ну что, сегодня светит солнце красиво, вот, и значит, с предстоящими праздниками мая. Значит, тепла, ну и больших денег, конечно, мешок денег, там, долларов или вашей валюты, неважно, чтобы богатели, становились миллионерами, ну что еще. Кто в Испанию, кто в Штаты, кто куда хочет путешествовать больше, развиваться. Я тоже начал компанию свою так, со слова, а потом понеслось, деньги стали приходить, стали копиться тихонько, там, ладно, там, покрыли все там долги, ну и потом понеслось, стали зарабатывать больше, так что, главное, преград-то ведь не существует, человек, государство может устанавливать какие-то преграды, но мы выходим сухими, как из воды, из этих преград, поэтому мы и станем миллионерами, главное, внушить себе в мозг, чтобы эта мысль не выскакивала из головы, вот миллионеры, все, это ни в какую, это якорь по психологии называется, вы, наверное, знаете, заякориваете и все, то есть, миллионер, и все. И ты будешь богатым очень скоро. То есть, все равно это выход в астрал. То есть, и это все будет в мозг. И подсознание поймет, что чего вы от него хотите. А не того, чего хочет государство от вас. Там, ну, чтобы вы были послушными рабами системы. И никуда ни влево, ни вправо не выскакивали. Так что будем богатеть. Преодолевать, кто в Испанию, кто в Италию, кто куда путешествовать по миру. Ну, богатеть, капитал. Никто нас не остановит, друзья. Они-то что хотели государство, чтобы... Ну, помните, как в песне Десла? Сейчас. Время набивать живот, заливать туда компот. Вот. Видите, чего они хотят? Чтобы вы, ну, не упражнялись ни духовно, ни интеллектуально, ни физически, ну, никак. Чисто так. Для врачей там, таким, как сказать, подсобным материалом были. А мы не такие, мы не будем. Мы не сдаемся до конца и будем биться... Как в каратэ-до. Пока.